военного авангарда и без колебаний откликнулись на него. В этом Колизее вам предстоит сразиться с опаснейшими противниками. Те из вас, кто смогут пережить испытания, войдут в ряды Серебряного авангарда, который направится в цитадель Ледяной Короны. Мои чудовища не чета героям Альянса Тирион. Я видел и более достойных соперников в Багровом Круге. Ты напрасно тратишь наше время, паладин. Из самых глубоких и темных пещер Грозовой Гряды был призван Гормак Пронзающий Бивень. Бой, герои! Выходит ледяной рев! Сражайтесь или погибнете, герои!
чудовища повержены! Привет. Сейчас великий чернокнижник Вилфред Непопамс призовет вашего нового противника. Готовьтесь к бою! Когда я закончу, появится грозный демон. Готовьтесь к забвению! Ага! Получилось! Трепещи перед всевластным Вилфредом Непопамсом! Призыва! Ты покорен мне, демон! Ничтожный гном! Тебя погубит твоя самоуверенность! Перед вами Крацус, эридарский повелитель пылающего легиона! Жить уроком тем, что смеет беспечно играть с темной магией. К счастью, вы победили демона, и теперь вас ждет новый противник. В следующем бою вы встретитесь с могучими рыцарями Серебряного Авангарда. Лишь победив их, вы заслужите достойную награду. Они хотели запятнать честь Альянса. Они пытались нас оклеветать. Я требую справедливости. Тирион, позволь моим чемпионам сражаться вместо твоих рыцарей. Мы бросаем вызов Орде. Хорошо, да.
Да будет так! Сражайтесь с честью! Сражайтесь во славу Альянса, герои, во имя вашего короля! Это было лишь пробой того, что ждет нас в будущем. За Орду! Thank you.
сегодняшних потерь мы стали слабее, как целое. Кто еще, кроме короля Лича, выиграет от подобной глупости? Пали великие воины. Лишь сплотившись, вы сможете пройти последнее испытание. Из глубин ледяной короны навстречу вам поднимаются две могучие воительницы плети, жуткие валькиры, крылатые вестницы короля Лича. Пусть состязания начнутся! Во имя темного повелителя, во имя короля Лича, вы умрете! Все еще сомневаешься в могуществе Орды, паладин? Мы примем любой вызов! Король Лич понес тяжелую потерю.
Вы проявили себя как бесстрашные герои Серебряного Авангарда. Мы вместе нанесем удар по цитадели Ледяной Короны и разнесем в клочья остатки плети. Нет такого испытания, которое мы бы не могли пройти сообща. Будет тебе такое испытание. Артас, нас гораздо больше. Сложи ледяную скорбь, и я... Нерубианцы воздвигли целую империю под льдами Нордскола. Империю, на которой вы так бездумно построили свои дома. Души твоих павших чемпионов будут принадлежать мне, Фордринг. Малышка, беги! Thank you.
пожаловать на испытание крестоносцев. К соревнованиям будут допущены лишь самые сильные бойцы всего Азерота. Вы в числе избранных. Что привело тебя сюда?